Карту он выставил. Точно, видишь, поворот. Прямо около поворота справа.
Ну-ка выключи на секунду. Смотри, пойди сюда. Пойди сюда. Да. Что там видно? Что-то бликует. Да, это вот абажур, смотри. Да, это бликует. Как вот интересно, чтобы было. Дальше чуть-чуть отодвигать. Так? Все. А выше? Нет, ниже. Чуть-чуть. Выше. Чуть-чуть выше. Еще так. Так, да, нет, так хорошо. Нет, так. Поднять. Нет. Так. А, так хорошо. Об,
А свет освещает поле белое? Поле сейчас покрывается. Что сейчас? Меня не видно? Покажи мне наружу. Да, вот так, отверти чуть-чуть. Так хорошо видно лицо? Я расскажу, что я сделал. Что ты, зачем ты убери? А, убери, да, это. Увеличение, убери. Зум. Брала? Сегодня мы ездили на поле, и я там ходил с навигатором, чертил трек. Я постарался начертить трек в старых границах поля. То есть юго-западная, юго-юго-западная граница, я прошел по старой черте. Там остались деревья некоторые. Там же сейчас все вырубили. Но, однако, я не смог пройти в ту часть поля, которая сильно застроена дачами на северо-западе, чуть выше ангаров. Там дорожки как-то перекрыты какими-то заборами и дачами, домиками. Поэтому туда я не смог попасть. Так что я только ту часть примерно. Зато я хорошо снял трек по юго-восточной, по восточной стороне поля. И я даже прошел тоже по старой границе, поскольку там примерно 10-15 метров полоса подлеска небольших деревьев, которые выросли за 90-е годы там. Но, однако, там легко пройти. Не знаю, как летом, сейчас зимой это возможно. Вот. И я поместил это все тут. Но эта карта, вот эта карта, она уже обработана в фотошопе. Оригинальные треки вот здесь.